Чтобы иметь малейшее представление о масштабах и уровне работы у нас в Господаро, вот посмотрите на это видео. Здесь 5 гектаров второго поля. Здесь 130 тысяч на данный момент уже одна летка, которая пошла на двухлетку. Здесь длина вот таких рядов, сумма 27 километров 500 метров. Здесь установлена временная опора. Вы ее видите. Значит, и на эту временную опору мы ставим 5 рядов двойных ниток, в которые заводим растущие побеги, для того, чтобы они были вертикальными. Вот эти красавцы, которые мы показываем, 1,5-2-метровые, они не на пустом месте создаются. Вот, скажем, наша технология. Это абсолютно уникальная технология. Я ничего не преувеличиваю. Вот видите, в марте месяце была срезана однолетка на 2 глазка. Пошли побеги. И вот эти побеги мы их воспитываем. Где-то они достигнут высоты 60 сантиметров. Где-то в конце июня мы оставим 1 литр, пока идут 2 литра. И будем поднимать. До осени они будут иметь не минимум 1,5-2 метра. Вот это метод работы, который позволяет вырастить двухлетку, в которой 90% надземной части однолетняя. Она имеет очень высокую энергию, и поэтому очень хорошо возобновляются почки и отлично приживается. Но это все стоит деньги, это все китайский труд. Прикиньте, здесь 275 километров такой нитки. Это просто ее купить, а потом ее надо вот таким образом поставить. Это все очень дорого. Но мы делаем все для того, чтобы саженцы у нас были уникальными. В этом отношении мы можем поспорить с любым. Мы их выращиваем без полива. У них очень плотная древесина, очень высокая концентрация протоплазмы. Они выдерживают даже любое варварское отношение. Вот видите, там люди работают. Еще где-то месяц, и мы уже людей здесь не увидим. Орех поднимется и закроет территорию. Это наши методы, это наши уникальные технологии, это подтверждается. Я получил десятки благодарственных писем с фотографиями, как прижились саженцы по новой технологии, VIP-подготовка с укорачиванием с осени, с обмазыванием среза Гудрон Дипин, значит, специальным составом из сосновой смолы, покрытыми, побеленными, покрашенными краской Гриднару, как они прекрасно приживаются. Значит, ну, как говорят, цель оправдывает средства. Мы уважаем наших партнеров и стараемся дать им материал самого высокого качества. В добрый час. Вот тут вот, видите, их просто заводят. По мере роста их заводят между нитками. Я уже с вами простился. Еще раз добрый час.